Глава региона посетил два ТОСа в Уссурийске – Южный и Пархоменко. В прошлом году ТОСу Южный по итогам краевого конкурса удалось заасфальтировать участок дороги и обустроить тренажерную площадку. А ТОС Пархоменко обустроила за счет краевого гранта площадку для юных спортсменов. Очень инициативные жители, которые сами реализуют те проекты, которые наиболее востребованы, исходя из пожеланий ближайших домов. В целом Уссурийск очень активно по этой программе работает. Из 21 заявки 18 ТОСов по этому году выиграли. Поэтому мы, в общем-то, приветствуем такие начинания. Мы видим, что работы выполнены качественно. Это объединяет людей, это позволяет видеть перспективу благоустройства своих дворов пошагово, то есть от малого к большему. Поэтому мы со своей стороны тоже сейчас проведем категорийность по ТОСам. Те, кто уже имеет опыт, те, кто имеет наработанную практику, добросовестно и качественно выполнял работы, мы сделаем градацию. Это будет первая категория, что позволит более комплексную работу проводить. Думаю, что эта практика имеет, скажем, такую хорошую поддержку у жителей, поэтому будем ее продолжать. В этом году финансирование по итогам конкурса грантов из краевого бюджета получили 345 заявок от ТОС и инициативных групп граждан Приморья. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.